пятый альбом — это терапия, блядь. Это ошибка. Мне его порой реально больно слушать. Носил ёбаную мертвую ворону в банке. Они Slayer засэмплили, блядь. Конъюнктурщина в духе Skillet. Тебя вайбят? Но ты не понимаешь, какого хуя тебя вайбят. Потому что ты же металлист, блядь. Или как Джастин Бибер сосал хуи миллионов, чтобы сделать свои деньги. So save your breath, I will not hear. I think I made it very clear. You couldn't hate enough to love. Is that supposed to be enough? Так. О, во имя Сатина, Стага Духа и на непристного веки веков. Аминь. Дорогие друзья, здрасте. Мы сегодня будем говорить о потрясающей группе Slipknot, которая не нуждается в представлении, и также не нуждается в представлении мой замечательный коллега. Сегодня вы, если фанат киберспорта, можете знать его под псевдонимом Crystal May, но мало кому известно, что он учился с Джои Джордисоном в одной школе в Махачкале. Расскажи, как это было. В Дагестане было тепло. Для меня Slipknot, когда мне было 12 лет, это были просто боги, то есть на них молились, они именно были в пантеоне групп вместе с Металликой и всеми остальными, а потом, когда я стал уже взрослым, все всегда говорили, что они скатились. Да. Так и было. Ну, я, опять же, не слушал, да, ни их демо-версию. Я не начал с момента, где они выпустили первый свой альбом в 99-м, да. Я начал слушать Сайовы. И, наверное, даже еще не момент, когда она вышла. Так уж получилось, то, что меня мой брат, ну, можно сказать, сводный там, типа, и так далее, сказал мне, что это британский панк. И показал мне Slipknot, мне понравилось нереально. Я на тот момент уже слушал Linkin Park и около такие альтернативные жанры, типа знал, кто такие. Linkin Park — это регги знаменитые. Да, те самые, да. Limp Bizkit, которые, очевидно, совершенно тоже британский панк. Вот. Возможно, что с примесью какой-то электронщины. Вот. Но в целом, короче, явно не муджуз, что уже хорошо. Изучая, вот, что было основой для создания Slipknot, что они реально все были охеренно нищие, они все были из Айовы, и важно здесь заметить, что, в принципе, там, для русского зрителя Айова, как и вся Америка, кажется каким-то охеренным местом, где все богаты и все классно, на самом деле они все из жуткого говна. Короче, они из Сургута, по факту, чуваки. То есть это реально буквально Сургут, только по-американски. Это очень депрессивный штат. Депрессивный штат. Кори Тейлор попробовал кокосы спиды в первый раз в 13 лет и первый передоз получил в 15 лет. А сами на момент записи первого альбома большая часть группы была бездомными фактически, то есть им буквально было негде жить. И вот этот вот клоун, который по сути является их продюсером на долгое время, он занял деньги у кучи друзей просто чтобы первую пластинку смочь спродюсировать. То есть это были реально злющие, нищие и очень сильно обиженные жизнью люди. Получается, что Кори Тейлор спидранил еще до спидрана. This is fucking bullshit. Короче, на момент создания Slipknot у них уже был другой саунд. То есть они действительно во многом вдохновлялись трэшем. И тогда участвовали в той гонке, когда металл еще становился все тяжелее и агрессивней. Потому что потом он как раз на группах типа Burzum, он, по-моему, забуксовал. То есть он уже достиг какого-то своего пика и дальше не растет. Тогда этот рост агрессивности еще был. При этом сами они были переполнены агрессией и злостью. И какая тема происходит? Вот это вот первый альбом мы не обсуждаем, потому что мало того, что он не релизился как полноценный альбом Slipknot, во-вторых, на нем не было Тейлора. Я просто что хотел именно сказать, то что на самом деле нам повезло, что они, правда, не пошли тем путем, который они избрали в 98-м. То есть мы могли получить реально очередную унылейшую группу, которая никому не нужна была бы вообще, скорее всего. Они были бы классическими гараж-бендами, и ничего не получилось бы, да, и мы не получили бы вот тот самый заряд пиздеца, которым в конце концов стали Slipknot там в первом, втором, третьем альбоме. И в чем изменение очень серьезное, да, то есть надо прийти сразу к саунду, да, и к тому, какое не идеологическое наполнение, потому что, честно говоря, текста анализировать у Slipknot — это просто полный пи***. Я к чему? Я к тому, что саунд изменился на более быстрый,
Это первое. Второе, речитатив изменился на более быстрый. Это очень важно. Потому что появляется вот та самая энергия пиздеца, которая превосходит все ожидания людей, да, что мы суперагрессивные и так далее. И прикол в чем? Что мы называем тяжелой музыкой и агрессивной музыкой обычно то, что является типа вот более низкий строй, например, для большинства таких людей. Вот типа, ну и сейчас эта тенденция сохраняется, когда восьмиструнки, блядь, появились, потому что когда уже твоя струна не держит слишком низкую ноту, да, типа изначально. А строй гитары, я не знаю, Миша, надо объяснять, не надо объяснять. Зрителям надо объяснять. Зрителям, конечно. Прикол-то в том, что 99-го альбома, то есть Slipknot, который называется, да, да, куда далеко ходить, мы Slipknot называем альбом Slipknot. Дебютный одноименник. Да, одноименник, короче. Он не написан на тяжелом строе, блядь. Вот в этом вся суть, к чему я всю эту хуйню нес-то, потому что прикол именно в том, что они писали его на си, хотя уже следующее, типа, пошло на бэ, типа, на который ниже. И это, блин, это охеренно, потому что звук на самом деле нихера не тяжелый. То есть звук гитар и строй гитар, и вот вся тональность, типа, которая происходит в сике, там, во всем остальном, он не тяжелый. Он не тяжелый для вот того самого, блядь, громадного охуенного металла, который пойдет дальше. Который вот этот депрессивный хардкор, типа да, там да. Херетик Адама, ну, хардкор это в смысле в эмоциональном окрасе, а не в том, что это является, конечно же. Это и прикол, что они взяли довольно легкий строй и сделали из него настолько агрессивную шляпу именно по подаче, что когда, если ты вот закроешь глаза и будешь просто слушать, будет в целом нормально. А если ты, типа, посмотришь, как они выступают, ты думаешь, нихера себе, ёбнутые, блин, это ж просто охереть, что они делают, станисты, блин, вот. И в этом весь кайф, в этом вся идея первого альбома, на мой взгляд, ну, то есть помимо того, что, очевидно, есть еще вторая штука, которая нереально совершенно работает для них, они не просто металл и не просто там, условно, ну, что угодно, на них невозможно повесить нормальное клеймо до третьего альбома, я бы сказал. Первый альбом насыщен таким объемом отсылочек, таким объемом моментов, которые работают вот во всех вариантах. То есть, во-первых, время было, ну, металла, да, так называемого. Когда он еще, типа, вроде как-то, может быть, не назывался, это не важно. Сейчас ты, наверное, как к нему хотел перейти? Да? Нет, не к этому. Я хотел перейти к тому, что такое перкуссия, но, блядь... А давай-давай на перкуссию оставим, на секундочку. Это вот как составляющая Slipknot'а. То есть у нас есть уже гитары с восприятием не тем, что воспринимала остальная индустрия. Ну, у нас есть фишка с перкуссиями. Сейчас вот быстро объясни, что это. Это дополнительные два здоровых барабана, которые добавляют, так сказать, глубины основному барабанщику. Вот. Но по факту это вот такие большие установки. Да. В сущности, на самом деле, перкуссия, она очень широко используется, как слово. Да. То есть она может быть африканские колокольчики, это будет перкуссией. Могут быть какие-нибудь другие фольклорные в основе свои элементы. Это может быть супер масенькие установочки и так далее. Они добавляют тебе текстуры. То есть по факту, да, у тебя есть вот этот главный слой, то есть две гитары, бас, вокал и барабаны. Они заполняют собой весь диапазон вообще частот и всего остального. И перкуссия добавляет текстур. И вторая вещь, которая добавляет текстур, это два последних мужика, которых вообще никто, блядь, не ебет, то эти люди в основе своей. Ну, не считая фанатов Slipknot, очевидно, да? Там есть мужик с иглами, короче. Че за чел? Че он, блин, делает? Камон. Но прикол-то в том, что там была даже как история-миф, которую я в свое время услышал, когда был вот тоже там 15-16 лет мне было. Мы слушали какие-то всякие разные темы о Slipknot, и там была тема, что вот Крейг пришел, короче, в команду, потому что пришел на репетиционную базу, ну, которая вот с этими штуками, да, девятый номер, и ему просто посчитали, что ну, ладно, можно его оставить, пацан, типа, нормальный, вот, жалко как-то выгонять, нафиг, он что-то ему, ну, понравился, пацан. На самом деле он был гитаристом изначально этой группы, его Джои нашел, Джордисон, и настолько много они сделали подкладок, так называемых, то есть, когда выступление идет, да, почти у всех нормальных групп современности сейчас есть, типа, вот этот вот подкладка, да, то есть, у рэперов это самый простой вариант, то есть, это плюсой, типа... Да, то есть, просто дорожка, которая играет с электроники, да, с какой-то, которая не воспроизводится, да, на инструмент. Да, и вот они настолько много заебашили в первый альбом всех этих подкладок, что гитаристу, блядь, пришлось нахер уйти со своего поста, найти нового гитариста, которым стал как раз Мик, да, да. Томпсон, и ты такой, ебать,
А это все не слышно ни хера. Вот реально, если человек неподготовленный послушает Slipknot первый альбом, он будет думать, ну, месяц долбоебы, нормально, прикольно вроде звучит. Но на самом деле, ебать. Я сегодня, когда готовился к сегодняшнему выпуску, я и так слышал довольно много разных, типа, там, знаешь, сэмплов и так далее. Сэмплинг — это культура не для металла. Она никогда им не использовалась. А если использовалась, то не настолько, типа, массово и не настолько известно, да? То есть я не знаю таких групп. Может быть, кто-то мне сейчас заявит, ты, долбоящер, не слушал Slayer, да у них там сэмпл на сэмпл. Возможно. Нет, но опять же, для того это использовалось для того, чтобы создать ультра-агрессивный шум. Да. Но прикол-то в чем? Что там, блин, сэмплы из фильмов, там есть сэмплы из игры из Duke Nukem, там есть сэмплы из... Они Slayer засэмплили, блять. Думайся, то есть есть... Это я даже не знал. Эти пацаны, блять, взяли нахуй и трахнули Slayer тем, что взяли, засэмплили их трек... Вдумайся в эту херню. То есть есть люди, которые просто рифы повторяют. Аматори, например, их зовут. Вот, сейчас меня... В общем, вдохновление и объем вещей, которые вы можете даже не услышать никогда в своей жизни. Подумать, например, о том, что это записано самой группой. То есть, вот, например, у них есть в одном из треков на первом альбоме охеренный совершенно хук «Here come the pain». Там все замолкает просто. И «Here come the pain», и сразу... Ты думаешь, блин, ну они просто сами себя на студии записали, сделали как будто удаление и так далее. А это, блин, из фильма, где мужик, короче, выходит из какого-то, блин, непонятного, я не знаю, наверное, клозет, короче, что-то такого с пистолетом. Here come the pain! Вот, это фильм типа 80-х годов. То есть пацаны настолько плотно угорают по всей культуре, что они позволяют себе быть и людьми, которые играют в игры, и одновременно с этим черпать из рэп-культуры их не только инструментарий, но и смыслы. И это супер-мега классно. Именно поэтому, типа, первый альбом настолько отличим от всего остального в этом мире, что тогда выпускалось и что выпускается до сих пор, и в том числе самими слепноутами. И это весь кайф, типа, это просто охереть. В этом плане мы уже чуть дальше скакнули, но все равно это сам Slipknot, это момент совпадения, потому что действительно абсолютно правда, что, во-первых, Кори Тейлор влюбился сам вот в этот самый звук Slipknot. То есть как раз когда был еще первый поэтому солист... Поэтому после второго альбома пошел Stone Sour, да? Да, это другой вопрос, к которому мы еще перейдем. Но, короче, как раз когда был первый солист, и когда они выступали еще и без костюмов, и без нормальных масок, Кори Тейлор сам пришел на концерт, ему охеренно понравился вот как раз тот созданный звук, о котором мы все это время разговаривали, и он сместил их тогдашнего солиста сначала на место бэк-вокалиста, тот чувак обиделся пиздец, и вот к тему о рэперах он на одном из выступлений сделал drop the mic, буквально бросил микрофон и съебался из группы навсегда. То есть он никого не предупреждал, но он обиделся, что его сместил Кори Тейлор. В общем, сейчас, возможно, твоей аудитории или вообще, в принципе, молодежи покажется довольно странным, что можно... Точнее, что настолько разные миры, рэп и метал, ну, типа, а тогда это было противостояние буквально, тогда пиздили, типа, друг друга, то есть люди, и в этом вся суть, ну, то есть, я вырос, как бы, в стране, которая немножко позже, да, все это догоняла, но догоняла именно пиздюлями, то есть, сейчас все очень-очень... сказать, совместные. Сейчас там со спиками наш замечательный Урви Сайкс записывает совместочку, да, там с какой-то тиктокерской, короче, замечательной девочкой какие-то очень странные хайпер-поповые саунды они мутят. И это уже нормально, когда металюги идут в одну сторону, в смысле, в совершенно разные стороны, рэперы, блядь, со всеми остальными тоже там вот так вот шуры-муры. Тогда это был такое, типа, не то чтобы похоже. И ты не мог себя, так сказать, ты фиксировался на определенном жанре и на определенном поведении, которое было стереотипизировано. Ну, да, но справедливости ради даже, да, ну, то есть, безусловно, имело место это противостояние, но уже тогда вместе с New Metal были и Limp Bizkit, которые, по идее, смещение этого, но Limp Bizkit — это очень однозначная и очень похожая сама на себя музыка. То есть она довольно однообразная и, честно говоря, простая. И совершенно, то есть вот то, как все равно это юзали Slipknot, это несравнимое. Что ты хочешь сказать? Что ты, блядь, хочешь просто, сказать про Limp Bizkit? Просто попробуй какого-нибудь человека, который любит Limp Bizkit, сказать то, что эта музыка однозначная и однообразная и вообще простая. Я просто представляю себе. Ну нет, нет, я просто помню времена, когда за такие слова поебало били, понимаешь?
Это полностью вдохновленная корнами, которые выпустили за два года до всей этой темы, и Limp Bizkit'ами история. То есть произошел момент, когда прикольно стало и быстро читать под метальчик. И это вдохновило настолько большой объем динамики в треке, настолько большую новую подачу, в которой и агрессия считалась прикольно, и при этом всем оно работало для таких, такого саунда, который делали не только Sleep, это по факту, но в принципе, который был тогда на моде, где у тебя гитары, как оказалось в металле, не то чтобы так важны. Это прям одно из самых прикольных преображений. Такое ощущение, что РХЧП в какой-то момент, короче, приперлись. Да, вы думаете, блин, какого хера? Да, вот я именно это думаю. Как будто бы продюсер РХЧП пришел, блин, на все звукозаписывающие студии, сказал, пацаны, сейчас мы будем делать удар, очень серьезный удар на барабаны и бас. Ну, ты понимаешь, что такое РХЧП, да? По факту это, блядь, бас. Ну... Вот, это вот фанковый, вот этот вот флоу. Сейчас я захотел написать коммент, блядь. Что, потому что это... Фрушанты! Фрушанты, блядь! Был очень прикольный момент, особенно с корнами. Очевидно, он именно с ними связан намного больше. И потом с системой, который, блядь, просто нереальные басовые партии, дрочба ногами, и барабанные партии, то же самое. Корны пошли вот в этот фанковый... звук, вот это вот, где у тебя, ну, была идея о том, что нам надо как-то освободить пространство для вокала, я так понимаю, в этом вся суть. Да, частоты не бесконечно, да, нужно как-то занимать, и на куплетах постоянно у корнов есть вот эта тема, где играет только бас и только барабаны. Причем барабаны играют вот такой вот, типа, полуфанковый, потому что там нет сильных вот этих долей, вот этого вот убийственного прямого долбоебизма, где надо, чтобы убило. Там как раз наоборот, надо, чтобы развеяло, там надо наоборот, надо на слабеньких играть. Бас то же самое. Бас очень-очень плотный, жирный, и его много. Его до пизды. В металле довольно часто ты его, сука, не слышишь, блядь. Сейчас это одна из вообще... Ну, не сейчас, а довольно... Вот с приходом металкора и дедкора, где ты, сука, слушаешь бас-гитару? Где она вообще нахер? Она появилась потом уже, потому что все циклично, она появилась в дженте намного больше. Но вот до джента ты такой, ебать, в этом миксе нихера не слышно. Вот серьезно вообще, где она? А тут у тебя есть целое пространство для бас-гитары, где гитар нету, да, нормальных, в куплетах. И вот Слепноты взяли эту тему и развили ее еще лучше, потому что там вот эти вот фишечки, гитаристы свободны, им нехуй делать, они такие, что-то там вот это все намучивают, всякие палмутики мутят, вот это все, то есть разбавляют. А это что? Это все про фанк. Это все про вот эту динамику сложного ритм-блюзового стиля, где у тебя вроде как металл, но в котором все это просто замикшено в такие темпы, где тебя вайбит. Но ты не понимаешь, какого хуя тебя, потому что ты же металлист, блин. Ты же пришел сюда, долбил его слушать. А тут вайб идет, одновременно с этим агрессия. Кори этим всем вообще заведует, но самое главное, без чего это вообще невозможно существование, типа, ни первого, ни второго, ни третьего альбома, того, насколько, блядь, это интереснейшим образом сделано, это барабаны. Джой, ну, это ритм-секция, это барабаны, да, по факту, с басом. Это просто нахуй, это такой сюр. Я тогда, когда был маленьким, этого не понимал. Но постепенно, с каждым годом, когда я там начал другую музыку слушать и так далее, божечки, оно тебя вайбит именно потому, что там такой ебанутый психопат сидит, который играет такие мертвые темы, которые уже нахер никому не сдались, и которые слушают только эстеты сидят. И он это включает в свой вот, типа, вот этот ритм и все остальное. Самое лучшее, ты вчера, например, смотрел, обзор на, по-моему, это был, да, Before I Forget, на третий альбом, уже, но это уже попозже поговорим. И вот там это еще лучше, да, ну, Wall Free, да, это еще лучше показано. Короче, они собрали музыкантов, не которые хотят вот эту гаражную тупую херню играть, а так уж получилось, не знаю как, я не думаю, что они специально, но они собрали людей, которые хотят, правда, выебываться. И выебываться настолько плотно, и одновременно они попали в эту струю, когда выебываться надо было и можно было. И вот если Limp Bizkit выебывали своим охеренным совершенно вот этой вот подачей с долбоебизмом и охеренным фронтменом, совершенно конченным чуваком, который делает совершенно конченые вещи, то Slipknot каким-то образом, за масками всего этого пиздеца, делали такой саунд, который по факту фанковый. Вот, и такой, ебать. Как же это круто. Короче, ритм-секция была важнее, чем гитара. Это вот все, что я должен был сказать на самом деле, да? Но это было бы слишком коротко, и никто, ну, не впечатлился. Надеюсь, что оно того стоило.
реально, раньше гитары были важнее, и потом гитары стали снова важнее, когда вот появился металкорный этот вот саунд, типа не у Slipknot, я имею в виду, да, в принципе. Но был момент, когда ритм-блюз, что называется, ДНБ, блядь, драм-н-бас, так сказать, был, ну, реально, на самом деле, это же совпало еще по времени плюс-минус, то есть на исходах самого топового ДНБ появился тот самый вот этот вот корновский ну-метал, где база, это бас и драм. По сути, первый альбом Slipknot, которых мы знаем, именно с Тейлором и со всей этой херней, он родился после того, как все эти чуваки экспериментировали, дрочили этот саунд, про который ты рассказывал, но после этого им пришла и охеренная идея про маски и сценическую всякую дрочку, и они сами, мало того, что были наглухо ебанутые, и там вся их дальнейшая жизнь подтверждает, что это именно психически ебнутые люди, они еще очень ебнулись по собственной концепции. То есть ты говоришь про тексты, типа художественная составляющая, там можно по-разному к этому относиться, но так вдрочиться во всю эту маньяческую хуйню мало кто мог. Они зашифровали собственное название, блять, в циферный шифр и сделали это названием первой песни. В принципе, если, блять, посмотреть на название песен первого альбома, это бред сумасшедшего. И более того, понимаешь, они, блять, устраивали какие-то дикие фаер-шоу в масках, все это время нельзя было дышать. Этот, блядь, Шон Грэхан носил ебаную мертвую ворону в банке, они ее нюхали перед концертом, заблевывали все, чтобы напитаться энергией смерти. То есть это тупость невероятная, но они настолько сами верили в то, что мы здесь будем самыми мертвыми ебанатами, что в это верили все остальные. То есть они именно из себя создали такой образ, который с первого раза для бездомных каких-то лохов продался на миллионы копий. Я не знаю, на самом деле, насколько это все правда с точки зрения доблеванности и мертвых ворон. Я готов верить вообще без Б. Они, ну, реально, молодежь же, да, безбашенная. Им надо было как-то быть ебнутыми совершенно. И честно скажу, и вот этот флоу вот агрессии, именно вот, ну, он меня заражал, потому что, да, мне было 15, я хотел то же самое ощущать. И это то, что потом вот в будущем мы поговорим, я потерял. И это вот та самая боль, да, что, во-первых, мы взрослеем, а во-вторых, и группы взрослеют, и это прям та еще дичь. Но по эмоциям, да, они нереально круто сыграли, они нереально круто сыграли на моменте, когда они хотели вдуплить вот максимального, вот, так сказать, пиздеца, и они его вдуплили в первом же альбоме, но кайф-то в другом, что там еще есть для неподготовленного слушателя, весь альбом состоит, условно говоря, из примерно 4, 5, 6, 7, ну ладно, 6, наверное, реально кочевого вот охуенного музла, типа Liberate, там типа Sick, все дела, короче, которые вызывают у тебя нереальный объем агрессии, адреналина и всего остального, но при этом всем там есть очень много треков, которые в современности, которая очень наполнена стриминговыми сервисами, и из-за этого мы воспринимаем альбомы с филлерными, да, то есть очень много, типа, пишется как сингл, а потом все остальное, ну, типа, такое себе. И только эстеты или фанаты группы дослушивают все до конца. Я это слушал, очевидно, во времена, когда не то, что было много музыки, много доступной музыки и много с чего ее можно было, что называется, слушать, поэтому я слушал альбомы full и вообще всегда считал, что это очень важная штука, если ты хочешь познать самого персонажа там или группу. И у них очень много тотально долбанутой, ебанутой психоделичных хуйни, которые они написали в первом альбоме, которая перешла из их демки, которая была год назад, но не той, которая вот Kill Repeat, из 4 там или 5 треков. И они, кстати, кроме этого, один из моих любимых треков, блядь, из этой демки не вытащили. То есть из них часть, она пошла в Айову, часть пошла в первый альбом, и часть она не вытащили, и там есть просто такие взрывотехнические пиздецы, что надо было их добавить куда-то, ну, или заремастерить хотя бы, ну, неважно. А там есть много медленных, ну, немного, часть треков медленных, психоделических, долбанутых, я не знаю, засэмплированных пиздецов, которые воздействуют на психику, как будто ты сейчас на самолете рухнешь, но это будет, типа, примерно 5 часов подряд происходить. Да. Это охеренно, потому что до этого, возможно, мне кто-то скажет, что нет ни черта подобного, но, на мой взгляд, это вдохновление как будто бы не нами. У Трента с его индустриальным вот этим вот металлом, или как хотите, так его называйте, короче, индастриалом, у него очень-очень много любви к записыванию звуков, да, и к тому, чтобы их сэмплить и так далее, превращать их во что-то неудобоваримое. И я не знаю, были ли они вдохновлены им или нет, но, скорее всего, да, потому что невозможно было, так сказать, не заметить этого чувака, потому что это, извините меня, фух,
мужчина был. Возможно, чем-то еще они были вдохновлены, но именно вот эта часть, то есть если мы говорим про агрессию, она никогда не уходила в истории Slipknot. А вот эта психоделичная эпизисовая залупа, которая происходила в первом альбоме, она постепенно с каждым альбомом испарялась. И вот типа к финальному, вот как только мы говорим о том, что они скатились, это не причина, очевидно, что, почему люди, ну, почему Slipknot скатились для большинства, потому что большинству не было вообще, им было похуй до этих треков. Они просто где-то там, ну, лежали и лежали. Но этого вот всего безумия, сумасшествие, вот это вот, оно звучит как саундтреки для хорроров, для каких-то совершенно, типа, для чужих. Да. Вот. Почему оно было в металкор, в смысле, в метальной группе, в ну-метал-группе, и зачем оно вообще существовало, я до сих пор не знаю. Оно, скорее всего, подтверждало просто то, насколько они больны все там нахуй. Вот. И насколько они заражены идеей Madness'а, да, Liberate My Madness, это, типа, вот та самая идея о том, что мы не только кайфуем от веселых, фановых, типа, треков, где, типа, долбежка ебашила, не до темпа мы кайфуем, пацаны, мы правда трахнутые, мир трахнутый, и мы хотим, чтобы вы видели, что мир трахнутый, и мы хотим вам доказать то, что вы тоже сможете с нами сходить с ума. А с ума ты сходишь не от треков адреналиновых, которые вызывают у тебя хайп, а от треков, которые, блядь, превозносят тебя за самого странного червя, типа, на планете Земля, типа, где ты вот просто днищ. Вопрос выветривания начинается сразу же с альбома «Айова», потому что это вот классическая история про то, что нас начинают жрать лейблы, потому что мы были нищими чуваками, которые жили в гараже, потом наша первая пластинка разошлась, и тут нас сразу лейблы начали ебать. И Slipknot охуели от того, что им в принципе нужно сразу писать новый альбом, потому что предыдущие они по сути рожали 5 лет. То есть вот то, что ты говорил, что из старых наработок состоит что дебют, что Айова, дебют состоял из лучших наработок. И они, по сути, вот все это безумие имело такой взрыв, потому что они это копили все время. Это их идеи за весь их творческий путь. А тут проходит меньше года. Если бы ты посмотрел бы на эти рифы, нахуй, подумал бы, 5 лет вы это писали, you fucking kidding me. На самом деле, да, понятно, что это не про рифы. Больше всего я сам для себя удивился, потому что я здесь думал, что буду отстаивать честь поздних слепов. Большая часть моих любимых песен из первого альбома оказалась тут. Ничего не мы подпишешь. Думали, что у нас будет с тобой какой-то равери, а у нас, типа, будет дружеская посиделка. Но, ёпта, блядь, последний альбом неплох. Боже мой, но, короче, они охуели от того, что им нужно писать сразу новый альбом. Это их задизморалило конкретно, потому что они как раз-таки почувствовали, что вот эту вот свою идеологичность им сейчас резко нужно будет куда-то впихивать. Естественно, из чувства протеста они решили положить огромный хуй на радиоформат, чтобы всем им пусто было и записать максимально нерадийные песни. Песня Heretic Anthem написана как раз про лейблы, потому что была реальная история, что Slipknot, второй альбом уже идет, их никто не хочет подписывать. Они делают концерт, на который должен прийти агент тогдашних Sony. Этот агент приходит, послушал Slipknot, выходит с концерта, звонит Sony и говорит: не подписывайте контракт, если это будущее музыки, я не хочу жить. После этого их подписывает Roadrunner Records, и они этому чуваку отправляют пластиковые цветы с надписью «Мы будущее музыки и не хотим, чтобы ты жил». И несмотря на то, что их очень заебала вся вот эта вот продюсерская история, и их разочаровывает эта тема, что теперь их будет доить индустрия, они, тем не менее, погружаются в ту же самую ёбну. То есть, опять же, здесь это... Я стараюсь разделять личные человеческие качества исполнителей и как бы творческий продукт, который они создают, но они, опять же, они нищие и ебанутые. У них поэтому там появляется куча эзотерики, там дальше они все будут говорить, что они призраков видели и вот такая хуйня, но... Я думаю, что это связано с конъюнктурой, на самом деле, еще сверху. Ты вспомни время, типа, тогда довольно много групп, которые любили бы все, типа, около сатанистических пиздец выходить. Справедливо, но... Ну, короче, но призраки, блядь. Короче, ладно. Слушай, популируешь перед концертами столько раз, нахуй, ты из такого дерьма увидишь. У Кори Тейлора была
кликуха, что-то типа, что-то, ну, как перевести, как блевун или блюющий, из-за того, что он от волнения блевал почти перед каждым если концертом что, вначале. Это запечатлено замечательным образом в лучшей, вообще, на мой взгляд, ну, не пластинке, а как это называется, медиапродукте со всей историей Slipknot. Если вы вообще ни хера не знаете о Slipknot, если вам хочется погрузиться именно в эмоциональную составляющую, да, если вам похуй на музло, там, условно говоря, вам не так интересно металл, и вы рэпер вообще по жизни. Да, и вы досмотрели до этого момента, блядь. Внезапно, нахуй. Возможно, ты поставишь это в начало специально, так сказать. Смотрите, короче, всем рекомендую только одно. Это пластинка с их концерта в Лондоне, с Айовы. Вот, это вообще лучшее, что есть в этом мире в вопросе лайвов. Во-первых, потому что я, блядь, нахер был в полном восторге. Это, блядь, просто нахер... Это... Вдумайся, это был какой-то там 2000-й плюс. Я, короче, с моим хлопцем, одноклассником, захожу к нему домой, у него стоит DVD-видак. Тогда, блядь, нахуй DVD-видаков. О, сука, это надо было поискать даже в Москве. И мы достаем эту... Мы покупаем с какого-то, знаешь, подзалупного вьетнамского рынка, короче, непонятного, где происходящее. Ну, здесь явно паленая херня. DVD-диск, в котором можно переключать нахер камеры. Тогда для меня это было каким-то просто ёбаный в рот этого казино. Я могу смотреть за своими любимыми музыкантами. В любом варианте я переключаю, типа, смотрю, о, Джои Добби сейчас соло, типа, посмотрю-ка его. И так далее. И там, короче, сверху еще и бэкстейджи есть. И они в буквальном смысле, там, по-моему, Джои блевал или кто-то, или Клоун, не помню. Короче, они реально блюют. Им потом, ну, волнение. Они знают то, что их будут записывать на нереальные бабки, да, то есть сам по себе процесс записи тогда стоил дохуища. Это не все, что сейчас там на телефончик наебашил нормально, в принципе, в ТикТок снял. Пустил нахуй за один день, пошел дальше. Это безотносительно. Просто времена такие были. Короче, было дорого. Они знали, что они не могут ошибаться, лажать и все остальное. Они знали, что они не могут все сделать на трейбосах. Нужно сделать один из лучших концертов на планете в своей жизни, да? Потому что тогда это было супер важно. И при этом на каждом выступлении у них есть риск, нахуй, упасть в обморок из-за того, что да, в маске просто да. Нечем дышать. И этот DVD, это, блядь, просто, нахуй, вершина всего Slipknot'а, на мой личный взгляд. Да, да, потом был Duality, да, потом был Bureau for a Forget и все остальное. Обожаю там все, ну, в смысле, обожаю третью пластинку, но вот по накалу страстей и эмоций, потому как они выкладывались, и потому что ты еще и можешь посмотреть, как каждый чувак дает свою контрибуцию, вот и все, это просто Это невероятно совершенно было сделано, но вот этот момент, когда ты понимаешь, что эти люди, они настолько обожают то, что они делают, настолько это охуенно сделано, само по себе, по продакшену, по всему остальному, каждый из этих людей, блядь, до самого конченного, там, самого даже там нищенского помощника, звукооператора, который, блин, там вот это все, они все сделали такую работу, что на тот момент, типа, сейчас это, конечно же, воспринимается по-другому из-за того, что, ну, ты все это дерьмо уже тысячу раз видел, это все уже выпущено, много кто делает еще лучше, но это же было просто охереть вообще. И там те самые Slipknot, которые вот запомнились, мне кажется, каждому человеку, который когда-либо их любил. Это те самые злые, те самые ёбнутые, крутые, совершенно беспардонные чуваки, которые записали вторую пластинку, которая, да, выглядит как будто бы вымощенная говно. Но я шучу. Я имею в виду смысл. Они, короче, сделали тот самый мув. В чем он заключается? Все очень просто. Они, во-первых, очевидно, имелись наработки с демки 98-го. Во-вторых, они поменяли дроп. Ну, в смысле, поменяли строй гитар. Они ушли в Б, это ниже, и ушли в некоторых треках специально, чтобы это было еще более глубоко, в А. Это на тот момент А это был, блядь, нахуй какие-то, знаешь, типа под галоперидолом чуваки, которые хуярят пик скрилл. Ну, ты понял, да? Типа эту... И вот туда можно А было. Там на самом деле не важно, какой строй, там все равно звука нормального, блядь, нет, там просто пиздец творится. Но чуваки реально ушли в такое вообще глубокое плавание в вопросе тяжести звука, вот того самого вот восприятия тяжести звука, потому что все-таки все еще, да, очень сложно понять, что из этого, что такое тяжесть, да, там. Это низкие ноты, это, блядь, скорость, это медленность, это агрессия в вопросе вокала, и это чистый, блядь, это что-то еще там, типа переходы прикольные, хуки ебнутые, еще что-то такое. Вот в случае с Айовой, он, правда, тяжелый, он, правда, не слушабельный для нормального человека, то есть если простой пацан с улицы скажет, а, слушай, покажи мне что-нибудь из Slipknot, я ему, очевидно, начну с третьего альбома,
скорее всего, потом пойдет первый. Если он любит попсу, то, скорее всего, кил-поп, да, вот эту всю херню. И если ему захочется что-то, блядь, чтобы он захотел умереть, то, скорее всего, это будут либо психоделические части из первого альбома, либо психоделическая часть из второго альбома. Ну, короче, Айова, несмотря на то, что должен был быть второй и первый под крылом богатых дяденек, он совершенно не был родийным. И их дрочили как раз на то, чтобы его рожать. Им это очень не нравилось. И они делали серьезные усилия над собой. То есть вот музыкальные фишки были реализованы, и в итоге альбом был и хорошо принят всеми, и считается успешным. И они продолжали делать ту же ёбнутую хуйню, которую мы описывали до этого, с тем, чтобы себя надрачивать. Но именно поэтому они все охуели и выгорели. Именно из-за этого, из-за того, что вот то же самое им пришлось из себя выдавить, да, на втором альбоме. Я думаю, то, что причина успеха, именно если мы говорим про чарты и вот эту всю хуйню, которая тогда имела значение, сейчас уже не имеет никакого. Ну сейчас такие же просто. Сейчас имеет значение просто в ТикТоке, блядь. Ну один хуй цифр. Я думаю, что связано с тем, что их лейбл постарался, въебался в Resident Evil, да, в фильм, в смысле, потому что My Pleasure, My Plague. Точнее, был саундтреком. Мне кажется, что, они просто попали вот в эту ротацию, да, то есть иначе бы эти треки не были бы настолько сильно востребованы. Они реально для довольно узкого набора людей. Они очень сложные, они очень тяжелые, точнее, они не очень сложные, они реально стали намного проще, но вот с точки зрения подачи, с точки зрения строя, с точки зрения самого саунда, они еще и стали помедленнее, то есть были вот этот сик, да, там типа Liberate и так далее, это все про понеслась, просто хуярило долбилово. Вспоминаешь Джентл, точнее, и ты такой, блять, это же супер медленная хуйня, там просто вот начинается лирика какая-то, там какие-то переходы, там очень много, как раз-таки, вот если в первом альбоме очень много работали темы с сэмплами, с диджеем, их, да, то есть два разных человека, которые занимались вот этим дополнительным саундом и вот этой злостью, и потом психоделикой, то во втором альбоме намного важнее стали перкуссии, потому что они стали настолько огромными. Их, и вот, вот в миксе их очень много, и барабанов очень много. Они все вот прям вот тяжелые. Там вообще музыка именно вот, она на тебя наседает. В первом она скорее развлекает, она скорее привлекает твое внимание и желает, чтобы ты двигался с ней. Во втором альбоме она говорит тебе «If you fight, 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 then a six, six, six». Мы не хотим, чтобы ты этим наслаждался, чтобы ты от этого двигался. Мы хотим, чтобы она тебя выебала. Вот эта идея, на мой взгляд, и она работала и для меня, и до сих пор работает для меня во втором альбоме. Мне его порой реально больно слушать. При том, что типа, ну, камон, уже как бы, да, ну, должен был привыкнуть, особенно с появлением потом вот всего этого ультра-тяжеляка, который потом появился. Но вот он как раз не такой эмоциональный, и вот в нем нету именно такой какой-то аутентичности, что они все работают на вот эту сублимацию страданий. Вот то, что ты говорил про... Вот как раз-таки сублимация страданий там есть, там нет сублимации агрессии, там нет сублимации, вот, знаешь, фановой агрессии. То есть самое, когда да, типа, а пойдем-ка мы, блядь, нахуй. Вот как раз как Limp Bizkit. Да. Это фановая агрессия. А вот здесь нихуя никакого там, фана там нет. Там ебаная, там творит. Причем многие, кто знает, что такое тьма ебаная в музыке, да, они потом скажут, ну это что, рофлишь, нахуй, ну типа у нас есть вообще, ну у нас есть нины, как минимум, да, типа есть Nine Inch Nails, ну условно, да, там есть более такие глубокие выходы во все это, вот, вот в тьму. И вот второй альбом, он не выглядит вот настолько темным, он выглядит как типа, да, тяжело, но все равно попсово. В сравнении, если, если мы говорим про вот контингент современников в тот момент. Но я с тобой солидарен, он очень сильно разнится. И, наверное, Slipknot не могли сделать темнее. Они просто по сути свои не такие. Они по сути свои, блядь, потом выпустили третий альбом. Ну вот как раз и на момент еще второго альбома там происходит всякая термоядерная шизуха. В духе там последний трек. Это 15-минутный, по сути, фристайл Кори Тейлора, когда он, блядь, внезапно для всех зашел абсолютно голый в звукозаписывающую будку и резал себя буквально сломанной газовой горелкой и орал 15 минут. Никто это не прерывал, потому что буквально все охуели от этого. То есть я делаю важное замечание, что в этом, по-моему, нет никакой ни гениальности, блядь, ни одаренности, ничего в этом нет, кроме того, что чуваки охуенно сделали самоубеждение. В этом тоже искусство, чтобы именно вот как команда поверить в то, что мы самые ёбнутые люди на свете, и в этом наша особенность.
там был момент, когда их то ли диджик, то ли сэмплер, я уж, честно говоря, не помню, он, будучи бухим, ёбнулся из окна в мусорку, вот, и он записал, типа, в смысле, он потом такой, ебать, прикольный звук, и записал этого сэмпл, и для этого им нужно было еще раз ёбнуться в мусорку. И все сидели просто и смотрели, только вот дважды ёбнулся в мусорку, сначала просто по наитию, а потом реально потому, что надо записать сэмпл. И при этом всем это вся работа, то есть... Кайф Слипнота в том, что ты можешь их воспринимать как суперизичную хуйню, да, которая просто сделана по наитию и спродюсирована довольно просто и так далее. Рифаки тоже несложные, типа, их ты сыграешь, условно говоря, я тебе могу там, ну, я думаю, что 2-3 дня, может быть, ну, 5 дней, может быть, 7 предельно, я тебя научу играть сик, например, базово. Но можно посмотреть по другую сторону. В каждом из этих треков напихано так много всего разного, чего не особо слышно, если ты прям не слушаешь, что вот этот звук там мусорки, очевидно, он пропадает вообще. Да, ну, типа, да. Его там практически не существует, условно говоря. А множество разных других вот этих подкладочек, они, правда, сделаны для того, чтобы была текстура. И текстура — это то, что мы довольно часто недооцениваем. В общем, то же самое Джоя, он делает очень много ударов, которых ты не слышишь. Ну, типа, они и в миксе не слышны, и он делает их очень-очень минорными такими, да? Он делает их в слабой доле, и они маленькие, они прям пиздюковые. Но где-то там, где-то у тебя вот там вот совсем далеко, они слышны. Это нереально круто дает вот текстуру, вот, вот ту самую, типа, вот то самое наполнение, которое дает грув, так называемый, да, то есть в чем идея, например, в чем разница, в принципе, между, например, простейшим хаусным битом, вот типа вот этим вот долбиловым вперед, и блюзовым саундом, в том, что внутри него наполнено очень-очень много маленьких слепых зоночек таких, которые, типа, ты не особо ощущаешь, но тебе что-то вайбит, блядь, ты не понимаешь, какого хуя, ну что-то тебя вайбит. Вот. Очень много таких элементов существует и в Слипнотах, и вообще в хорошей другой музыке. Вообще, в принципе, хорошая музыка тем и отличается. Она всегда базово максимально старается делать те вещи и задрачиваться над теми вещами, которых ты на самом деле никогда в своей жизни не услышишь. Я считаю, что если бы Слипнот появились сейчас, они были бы настолько же хороши и известны, чисто потому что это как, ну, в смысле, учитывая то, что они были бы в жанре ля-ля-ля-ля-ля-ля, имеется в виду, что именно их вот эта вот машина формирования образа, они их бы также продала как артистов. Но до сих пор музыка как Slipknot для аудиооборудования самое сложное для воспроизведения. Но при этом они были популярны в эпоху, когда музыка звучала из говна. Я в какой-то момент ради эксперимента ходил с плеером, который мне достался от моей маман. Это буквально CD-проигрыватель, который крепился на пояс, и от него шли наушники. Мне нравится, как ты об этом рассказываешь, как будто бы, блядь, нахуй никто такого в жизни не делал, да? Блядь, я думаю, сейчас... Я так жил, да. Половина зрителей, я думаю, сейчас охуели, что можно CD-диск на поясе носить. Хорошо, пацаны, да, CD-диск на поясе, он крутится, вертится, постоянно еще подцарапывается, потому что у тебя, во-первых, батарейки заканчиваются, блядь, это главная проблема. Дюраселлы тогда стоили просто, как, ну, типа, зарплата твоей мамы, вот, в поликлинике. И мы в буквальном смысле, типа, носили с собой, типа, по 8 батареек, чтобы старых, в смысле, уже использованных, чтобы менять, потому что они же, типа, когда отдыхают, они отдыхают, блядь. За факт того, что что-то в этом мире отдыхает. Но не ты, блядь. Ты, сука, меняешь батарейки в этот момент. Вот, в этом вся суть была, да. И ты, чтобы понять, что они заряжены, в смысле, что они отдохнули нормально, ты трогаешь их, типа, с двух сторон, и тебе должно импульс электричества отдаваться. Ты чувствуешь? И у тебя каждый пацан на районе понимал, когда вот, типа... Ну, сейчас ты вот любому человеку... Дай батарейку и скажешь, пойми, она заряжена, блядь, или нет. Он такой, ты что, дебил, блядь, нахуй? У меня аккумуляторы, нахуй, в моем макосе, нахуй, стоят. Ты что... Это... Я тебе это говорил к тому, что, блядь, мы с тобой тут говорим про текстуру звука, да. А вот эта музыка с насыщенной текстурой звука, да. Самая это сложная для воспроизведения, говне, да. Да, она стала популярной, когда слушалась на самом говёном оборудовании. Она стала же популярной не из-за того, о чем я объясняю, типа, это же не имеет никакого вообще значения для популярности или для в целом того даже вот максимального впечатления, да, ты все-таки больше боишься на персонажей, на образы, на то, какой визуал они сделали, то же самое, что с Kiss Kiss. Точнее, с кисами, прошу прощения. Блять. Вот.
давай это сделаем именно такими большими, знаешь, это ворота, блядь, открываются в новый мир, потому что, мне кажется, именно как раз история про опупсевание Slipknot началась с третьего альбома. Да, но... Забавно, кстати, по поводу того, как у меня современники в тот момент это восприняли. То есть я помню прям, ну, день релиза, все дела, типа там, условно говоря, через несколько дней он попал у нас на полки, да, там мы его взяли на дисках или уже тогда через всякие разные платформы переливали, на всякие ФТП, вот это все. И я помню, насколько много негатива было у нас первое время, буквально несколько дней, может неделю, может две. Ну, потому что все ждали же, блядь, нахуй продолжение истории про тьму. Да, то есть первый альбом был, уже ощущался довольно легко. Уже он был лайтовеньким таким, с воздухом, всем остальным. Второй ощущался как тяжелый, блядь, пиздец, нахуй, который тебя уничтожает. И мы думали, что в третьем альбоме будет примерно еще то же самое, и только жестче, да. Мы не знали, куда жестче. Тогда еще не было многих жанров, которые потом появились. Да, да. Мы не знали, что можно сделать. Оказалось, то, что можно сделать легче, но одновременно с этим охуенно. И я понимал тогда, это, знаешь, это как когда Fruling Glass появился у Stone Sour. Ну, трек имеет смысл, самый известный, да? Все такие, ну и говно, баная, бля, попса, сраная, пиздец. А сейчас нахер, ну, то есть не сейчас, я просто помню, буквально через месяц я такой сижу на гитарочке уже, уже нормально. Потом у меня, потом у всех на мобилочках появилось, типа, на, в качестве рингтона. Блин, времена, когда рингтоны имели значение, если что, потому что их покупали. О, блядь. Сука. Он меня заебал, пиздец, если что, если с рингтон. Вот. А так, с Volume Free, он очень-очень контроверсивен вначале был для меня лично. И для всех моих корешей, которые играли там и ориентировались и так далее, ждали чего-то нового. И потом, когда мы начали разбираться в рифах, когда начали разбираться в какой-то вот, ну, типа, во всем комплексном, да, потому что сначала ты думаешь, ну, при первом сближении это такой хуйня, а потом, божечки мои, здесь так много охеренности в вопросе, типа, фишечек, там, темпа, всего остального. Во-первых, это то, как это записано. Ты ебаный меня в рот. Это идеальный контраст между... Я не знаю, как объяснить, что такое компрессия для тебя и для зрителей, которые не настолько вдуплены, что называется. Но давайте представим себе ситуацию, в которой, короче, у вас есть сжатие. Вот вы сжимаете маленькую, не знаю, типа, блядь, не знаю... Лизуна, да, сжимаете, короче. Но он у вас еще выпрыгивает, это немного другое. Вы сжимаете, короче, мяч. И... Прикол в том, что когда ты сжимаешь что-то, да, у тебя увеличивается пространство вокруг, да, типа, то есть ты уменьшил, и поэтому у тебя есть воздух, который надо заполнить. И они идеально это сделали с точки зрения того, что они сжали гитары так, что они звучат как ёбнутый пиздец. Я вот когда в жизни это пытался исполнить, да, я думаю, бля, почему у меня такой звук не получается? Потому что ты потом понимаешь, что вживую это невозможно. Это вопрос обработки сугубо, и это не педальки, это в смысле постобработки. Они сжаты, из-за этого освобождается так много пространства и звука для других вещей, которые обычно сжимают. Обычно довольно часто сжимают верха, например, у барабанов, потому что барабаны, когда ебашат, типа гитарный барабанщик, типа по сплэшу, там, по райду, в общем, по вот этому всему установке, именно по всем верхам, их очень сложно контролировать. Их очень много, они, блядь, дисбалансят звук, он едет куда-то в пизду. И звукари очень часто стараются все это вот поджать нахуй. И это слышно очень часто. Ты можешь послушать сейчас. В принципе, есть такая тема, как квантизация, да, то есть, когда идет запись, например, барабанов, да, и когда человек ошибается, за него машинка такая, сорян, братан, ну вот тут вот снейр, например, удар снейра двигает. То же самое с гитарой, например, то же самое, ты можешь вот сейчас сыграть, например, партию какую-то, ты там 4 аккорда, например, да, и ты сквантизирует так, чтобы оно попадало в ритм. Там же, в свою очередь, во-первых, Джоя просто гений, блядь, его квантизировать не надо. И оно, правда, сделано с ошибками, серьезно. Там, ну, не с ошибками, а с человеческим фактором тем самым. Знаешь, когда, типа, немножко съезжает. Оно не идеально точно, но для Джоя, давай скажем так, оно для Джоя не идеально. Для человека это просто пиздец вообще. Только что эта машина делала в свое время, жалко, что rest in peace, блядь, господи, великий человек. Вот, и ему дали там все нахуй. Вот это сжатие звука гитар, оно дало так много пространства и так много вот, так называемой комнаты. Есть комната звука, yeah. Вот.
Она дала ему так много, блядь, пространства, там их так много, там его там миллиард, и перкуссии сверху еще добавлено, очевидно, тоже, которая дает нереальную динамику. И, блядь, если ты послушаешь просто верха от барабанов, то, как это и записано, и то, как это звучит, то, насколько это свободно, то, насколько это много, ты такой, да мне нахуй не всрались все эти ваши гитары, все эти вокалы, все остальное, это просто ебет само по себе, оно трахает твой мозг, потому что, во-первых, партии гениально написаны, и они не похожи ни на что другое, блядь, нету ничего, что я бы послушал после Subliminal, да, типа Volume 3, и думал бы, бля, ну это похоже, да, вот на Джоя. Нихуя, блядь, это просто какая-то верхуха. Я не барабанщик при этом всем, вдумайся в это. Мне вообще поебать на ударные было большинство в моей жизни. Ну, типа, ебет, что там и ебет, да, прикольно, нормально долбило. Но это просто охуенно, и его там так много. Там такие хуки, там такие перекатики, там моменты, где он заполняет просто переходы, все остальное. Ты думаешь, блядь, чел, нахуй ты таким родился? Вот. А потом добавляются вот эти охеренно скомпрессированные гитары, которых ты в жизни никогда не повторишь, и в жизни они, ну, и на лайве даже послушаешь, оно не так звучит. Потому что там такое ощущение, что у них нет атаки. Если кто в синтах разбирается, они понимают. Нет начала, нет удара по струне. Как будто бы вот момент, вот я надеюсь, что в этот момент ты, когда будешь монтировать, врубишь Before I Forget, например, условный. Начало вот трека, оно сугубо состоит из гитар, бас, который открытый, вот ту-ту-ту, две гитары и, соответственно, немножко верхов. И вот там идеально слышно, что этот звук, он, ну, не похож, блядь, на нормальные гитары. Там нет вот этого удара по струне. Там его просто не существует. Он настолько, блядь, вот сжат, что он просто, его нет. И это настолько, блядь, космически звучит. Ну, то есть, вот сравни звук гитар на первом и втором альбоме, а потом послушай третий, и ты такой, ёп твою мать, как вообще, это электронная музыка, мать твою, потому что она настолько переработанная, она настолько, типа, передроченная, и из-за того, что это пространство передроченности, оно сохраняется сугубо в гитарах, там, условно говоря, возможно, в басу, очень много компрессии, очевидно, на вокале, вокал там вообще другой, да, то есть это тоже видоизмененность идеологии, которая потом, к сожалению, стала всем. Был первый альбом, в котором Slipknot делали репрезентацию себя. Был второй альбом, в котором Slipknot скорее занимались тем, что мы сейчас тут, блядь, под вами не прогнемся, мы сделаем еще тяжелее, мы будем противоположность того, что вы нам хотите. Да. И третий альбом — это какая-то свобода интерпретации, потому что, по сути, база уже доказана, вот эти продюсерам хуй в ухо уже всунут, и дальше нужно чем-то заниматься. И здесь приходит Рик Рубин, про которого вам нужно посмотреть ролик у Скилза, если вы еще не... вот, по крайней мере, ты говоришь, что, типа, Рик Рубин нихуя особо не делал. Ну, если Кори говорил такое, я говорю, типа, ну, не имею ни малейшего понятия. Просто Кори вообще, если что, он тот еще ебаный тролль, типа, и если почитать то, что он вообще разговаривает на тему рока, на тему Bring Me The Horizon, блядь, там такое вообще пиздец творится. Рабочее название книги Кори Тейлора должно было быть «Ты заставляешь меня ненавидеть себя» или «Как Джастин Бибер сосал хуи миллионов, чтобы сделать свои деньги». Но книга в итоге вышла под названием «Просто заставляешь меня ненавидеть себя». Просто Джастин Бибер сосет хуи миллионов. Пришел Рик Рубин, и как раз Рик Рубин был очень нужным на тот момент для Slipknot человеком, как раз для формирования этого направления. И вот ты говоришь, что есть интервью, где Тейлор говорил, что он нихуя не делал. Я видел интервью, где остальные члены группы говорят, что наоборот, охуенно сработались, он нас чувствовал и все. Так вот это ты сам понимаешь, это вот классическое, типа, интервью внутри больших команд, которые под лейблами. То есть, ну, к сожалению, у меня большая проблема с тем, что когда мы живем, да, в современном мире, в котором все на плаву, да, все, вот Инстаграм открыл своего любимого чувака, и он вот прямо здесь перед тобой. Лейбл все еще контролируют, конечно, но далеко не все музыканты под лейблами, да, и то, что они говорят, контролируют только они, да, то есть пиар-отдел и так далее, и это большая проблема. В свое время получается, то есть по факту невозможно было в то время, когда я слушал, да, там, Slipknot, например, там первые 2-3 альбома, невозможно было составить мнение по поводу ни одного музыканта. Вообще ни одного, потому что те, кто не был под лейблом, до меня не доходили физически, потому что это невозможно было, ну, то есть ВК не было еще в этот момент. Вот, да, условно говоря, которым пиратские там, типа, все эти записи. Получается, что честного, вот этой честной индустрии, так сказать, где люди напрямую общаются с своей аудиторией, не было. Всегда был интерпретатор, да, всегда был фильтр базара. И это, конечно, проблема. С другой стороны, ну, хуй знает, что он сделал, но он сделал что-то невероятное, потому что Slipknot очень не похоже на себя в третьем альбоме. Нереально не похоже на все, что было.
И он, этот альбом контроверсивен, с одной стороны, с другой стороны, он принес ту самую популярность. То есть, если там на My Plague было понятно, что они там типа выпустили вот саундтрек для Resident Evil, это уже начало, так сказать, популяризации их андерграундного творчества, то сейчас с третьим альбомом они просто стали вот именно хэдбэнгерами всего, что только в этом мире возможно. И они на нем, самое забавное, что они на нем ударяются в, по вопросу текстов, возвращаясь, они на нем не ударяются в ёбнутость и шизофрению, а они на нем ударяются в тему мэггетов, которые название их фанатов. Что, кстати, я до сих пор не ебу, почему. Нет, именно мэгготы, наверное, есть какая-то история. Так, ну мэгготы, то бишь личинки, и фишка в том, что в зале они делают вот так вот руками, и это просто как, с точки зрения со сцены, если смотреть, это создает ощущение кучи кишащих личинок. Понимаю, прикольная тема. Ну, в общем, я о том, что они там реально ударяют именно в свою фанатскую базу, и ты думаешь, блядь, такой же альбом для тех, кто не фанаты, да, типа для тех, кто придет к ним новые. Но при этом всем там есть этот Pulse of the Maggots, и вообще, в принципе, там есть вот этот вот весь флоу альбома, он про объединение. Даже Duality, например, тот же самый, даже альбом, я имею в виду смысл, альбом, клип Duality, он про то, что люди врываются к ним, да, типа про то, что они как будто этот какой-то зомби-апокалипсис, но на самом деле люди приходят на тусовку. И это то самое, когда Slipknot оказываются чуваками не с того двора, в котором никто не зайдет, потому что там пиздец творится и пацаны в мусорку прыгают, а потому что и записывают сэмплы при этом, а потому что они с людьми. Они вот феномен для широкой публики. Да, теперь. Они как будто бы какие-то, знаешь, коммунистическая, блин, партия, нахуй. Вот. Они с пацанами. Они наконец-таки среди людей, они наконец нормальные пацаны, которые делают музыку для толпы. И именно для, как будто бы они, там такой революционный флоу еще. То есть есть вот эти вот сирены в качестве сэмплов, часто используемые именно в третьем альбоме. Есть вот этот вот момент с тем, что вот мы объединимся, достигнем чего-то большего. Эта штука, которая в метале, блядь, появилась в какой-то момент, и вообще и в ПХК, блядь, и в металкоре, в какой-то момент она стала реально важной, я не понимаю, какого хера какой-то предсоциализм случился. Почему-то тема объединения вокруг какого-то, ну, это возможно, если панкуха пришла просто в идею. Ну, то есть, у панка же есть такой флоу, типа, вот, что мы под одним флагом, пацаны. Просто странно, что вот. Тогда, наверное, интересно было бы разобраться, почему, но короче, окей. Было. Оно звучало все равно фейково достаточно, потому, ну, для меня, потому что у меня очевидно, да, как бы, ну, мы и так стыкнул, слушаем, ну, хуй, я чё, вот. И, но с другой стороны, то есть, в тот момент, когда они все это выпустили, ты одновременно слушаешь другие группы, которые еще до этого не доехали, думаешь, ну и чё, блядь, Pulse of the Maggots, окей, классно. То есть они скорее такие, текста, ради текстов, возможно, но с другой стороны, вроде как укупляют вот этот вот, типа, их комьюнити вокруг какого-то определенного значения, я не знаю для чего, потому что агрессия и так, она идеальна для объединения. Агрессия всегда была идеальна для объединения. И с первого альбома люди, которые слушают и любят Slipknot, они чувствуют друг друга, типа, ну, чувствовали в тот момент, да, намного более объединенными, нежели те люди, которые слушают Justin fucking Bieber. Вот, ничего, кстати, опять же, против не имею, блядь, любите этого замечательного исполнителя, но... объединяться вокруг этого намного проще. Объединяться вокруг агрессии к миру, да, к тому, что с ним что-то не так, намного проще, нежели с ебучие цветочки, бабочки летают, моя тёлка меня бросила, я хочу ебаться. Нет, ну и слушай, справедливости ради, это Джастин Бибер не имел вайба, и мы не такие, как все, отвергнутые обществом изгои. Да, но вот согласись, что вокруг этой идеи намного проще как раз-таки собирать. Да, Slipknot и был таким, кто собирает этих самых отбросов из вот этих самых штатов. Казалось бы, блядь, нахуй я тебе создавать треки про то, что мы отбросы, hello, как бы welcome aboard. Это и так понятно. Возможно, это вопрос привлечения новой аудитории, потому что в простом смысле, вот несмотря на музыкальные изменения, которые ты до этого описывал, по сути, это самая доступная работа Slipknot из всех пиздец, предыдущих. Это невероятно попсовая работа с точки зрения именно саунда в сравнении, да? Но потом-то мы знаем, что произошло, и получается, что это не самая попсовая работа. И это обидно, потому что, честно говоря, вообще непонятно, какой флоу. То есть есть группы, ну есть, например, вот Джеймс Блейк, если ты знаешь такого молодого британца.
Причем идея. Вот он делал очень экспериментальный саунд, очень странный. Это не металл, очевидно, но, пацаны, зацените, если вам нравятся типа эксперименты с... Не то что звуком даже, а скорее с настроением. Он дождливый пиздец. Он прям вообще... У него любовь к зацикливанию всего, что происходит и так далее. И тут, короче, прикол в чем, что он вот это все делал, я его нереально обожал. И тут он переезжает... В смысле, и тут он выпускает альбом с рэперами, со всяким суперпозитивным солнечным саундом, всеми делами, а там прям вот, ну, тьма тьмущая была, не сатаническая вот эта фейковая, да, а вот прям настоящая глубинная депрессия, когда тебе пиздец, блядь, плохо, и ты просто из себя высираешь ноты, и ты думаешь, блядь, как же я ненавижу жизнь, но настолько я красивый, блядь, настолько у меня хорошо получается играть, что я просто должен это принести людям, вот, Джеймс Этисоска, пиздец, и он такой, бля, пацаны, короче, я просто переехал в Майами из Лондона, вот, и оказалось, блядь, все просто. У меня, короче, был синдром, типа, погодный, ну, как бы формата, что погода давлела на меня, слишком много дождей, а тут солнце, и я решил делать очень позитивный саунд. И ты такой, ёб твою мать, вот так просто, это на самом деле нихуя не глубинные переживания. А там. Я-то все еще в Чертаново. Да, да. И вот со Слепнотами такая же хуйня, ты такой думаешь, блядь, чуваки, вы вроде как ёбнутые нахуй, вы на всю голову, а почему третий альбом-то такой классный? Почему он такой веселый-то? Что произошло? То есть, да, у тебя хедейк, как говорится, в дуалите, да, например. То есть, вот в этом вся идея, что его разрывает нахуй от эмоций, но его разрывает от эмоций, как будто бы таких довольно-таки пиздатых. То есть это содержало гораздо меньше внутренней мрачности, и это было, собственно, ты вообще в одном треке хотя бы там видел мрачность? Ну ладно, хорошо, Nameless самый философский трек вообще, вот вы, и, давай скажем, лиричный, да, как мы любим называть это в вопросе текстов. Вот. Nameless самый пиздатый. Как раз, в принципе, альбом, мне кажется, знаешь, это как будто, вот знаешь, если стадии каких-то предсуицидальных состояний, то третий альбом гораздо дальше от суицида, чем первый. Когда два? Ты уже проснулся в ванной, да, ты понял, что ни черта не получилось, короче. На полном серьезе, это самый понятный альбом, но непонятно, с хуя ли он произошел. И это не то, что мы, блядь, с тобой копатели, блядь, нахуй, которые должны там как археологи разбираться в том, что произошло и так далее. Можно констатировать факт. Volume 3 случился таким, какой он случился, и он явно дрочит на тему Мегасев, он дрочит на тему дуалистичности, не только в дуалите. Например, вот Nameless, мой любимый трек оттуда, наверное, топ-4 по популярности, может, топ-5 популярности. Ну, Vermilion вообще ёбаный в рот. Если вы, короче, любите вот мелодии, вот если вы никогда в своей жизни не слушали настоящие дроченные мелодии у метальщиков и думаете то, что они все говнари, которые ходят там в каких-то потных залупах, Vermilion — это просто сладость, она правда невероятно мелодична. Это вот та самая вот... Короче, или вы гитарист и хотите что-то мелодичное поиграть, а не увулу, вот, то welcome, блядь, аборт, нахуй. Это просто срань господня. У них две части этого трека. Они еще объединены, и они полностью вот... Это Stone Sour, короче, пришел внутрь, блядь, Slipknot. И такой, пацаны, мы сейчас будем делать это. Там есть Circle про батю, про батяню, который, блядь, просто походу, вот классический русский батяня там. И в нем вот как раз-таки вместо, получается, вот есть вот эти вот треки, которые ебут, да, типа хайпуют и так далее, как в первом альбоме, например, или во втором, быстрые, классные, динамичные. И есть вот эта вот часть, так называемых филлеров, давай назовем их так, но они не филлеры для этих альбомов. В сравнении, блядь, с четвертым, ребятам. В первом было вместо долбежки, да, на окончании была вот эта вот ёбнутая, непонятная, повторяющаяся, околоэлектронная, я бы сказал, да, странная херня, близкая к Nine Inch Nails по саунд-дизайну и по идеологии, то в третьем это, наоборот, те самые романтические песни, которые такие все и грустные, но одновременно с этим вот такие душевные, и очень-очень мелодичные, нереально просто вообще звучащая акустика появилась впервые, блядь. Ты такой думаешь, ебать меня в сраку, нахуя Джеймс вместе с Миком, они вообще способны акустику держать в руках, зачем? Оно не надо. А оказывается... Во-первых, вот такие руки, блядь, а во-вторых, зачем? Вот, а оказывается, охеренно. Но это все Stone Sour, это все вот это, ну, потому что же дело-то в другом, что Стоуны, они же не проект только Кори, они проект еще и Джеймса. И Рут, блядь,
Ну, как вообще, в принципе, видно по этим всем чувакам, судя по их сайт-проектам, они никто, блядь, по-настоящему на метал никогда, типа, и не хотел делать базово, да, то есть им понравилось потом, да, то есть бывает, когда ты вклиниваешься в поток, и тебя просто ебет. И вот как только они из потока выдрочились, потому что с 9 мужиками концертировать — это пиздец, блядь, я не знаю, если ты год с 9 мужиками когда-нибудь в своей жизни жил, а подозреваешь, что это будет вот та самая картинка с белобрысой девочкой, которая сидит на диване. Они поэтому чуть-чуть не распались, блядь, после второго альбома, потому что заебали друг друга страшно. Это пиздец, тяжело, но типа это unreal вообще, даже если ты нахуй заёвый и депрессивный чувак, то ты все равно, блин, мне кажется, я в Барнауле 4 месяца жил среди этих мужиков, нахуй, это был просто пиздец, типа это такой тильт, нахуй. Хочется сдохнуть, реально хочется сдохнуть. Нужна хотя бы, ну, не то что девушка, да, нужно, чтобы все было вперемешку. Да, все, да, пожалуйста, мне да. сюда. Вот, желательно, чтобы они любили разные звуки, разные как бы флоу. Вот, в общем, боль. И вот Stone Sour пришел в третий альбом. Говорит, здорово, hello, circle. И, если я не ошибаюсь, да, правильно, надеюсь, называю, а то меня сожрут потом. И Vermilion, господи Иисусе. Я помню, как мой дружбан, который был лютым вообще, вот именно фанатом тяжеляка, с которым мы и делали потом группу, и фанатели от Slipknot, а потом уже Deathcore писали. Он просто выдрочил все варианты партии Vermilion. То есть была лайвовая партия, несколько лайвовых партий. То есть, ну, они по-другому исполняли, короче, на концертах. И даже он, и их он выдрочил. А трек-то не супер простой. Ну, базовый, я бы сказал. В сравнении с условным Liberate'ом там, или с условным Before I Forget'ом, где вообще надо вот так вот пальчиком зажимать, если что, в буквальном смысле. Вот какое ощущение создается? Нам просто пора переходить Call Hope Is Gone к четвертому альбому. И, то самое, которое я не хочу обсуждать. Да. Вот какое создается ощущение, что после первых двух Slipknot оказываются в состоянии, когда у них нет четкой задачи и нету четкой позиции, что они хотят сделать. Если в Volume 3 им попадается Рик Рубин гениальный, который абсолютно ловит их вот этот шизофреничный вайб, за запирает их в особняке, они там все видят призраков, реально, что Джордисон, что Кори Тейлор рассказывали, нас толкали, у меня двери комнаты открывались. Скорее всего, они... это был Рик, который пугал просто, как ребенок. Скрипит дверьми. Блин, 9 мускулинных мужиков, играющих металл, пойду постебой с ними. Да, да. Дети будут. Вот, ну, короче, абсолютно поймал их, то на четвертом альбоме этого не было. И продюсер был именно как организатор недостаточно силен, поэтому вся группа почти никогда не пересекалась на записи. Они почти не репали как группа. И самый дезморалящий момент, что они сами не верили в этот альбом, им не нравилось, как он создавался. Они совершенно были вне всей той атмосферы Slipknot, которая была все эти годы, они записывают, по сути, хуйню, которую сами конкретно недолюбливают, и она пиздец расходится. По-моему, Psychosocial, Psychosocial, это до сих пор главный хит Slipknot. Не-не-не, Duality является самым прослушиваемым. Ну, самый прослушиваемый, да, но именно... Я думаю, то, что именно вот с третьего альбома ничего не переплюнет в вопросе популярности, именно в смысле, когда казуалы начали слушать Slipknot. Да, да. Psychosocial так добил эту тенденцию, он добавил к этому всему, да, согласен. Но, короче, выпустив вот этот вот релиз, они как будто теряют полностью, то есть, ну, понимаешь, это именно полная дезмораль. Клоун говорил, что во время записи не было никакого напряжения и никаких страданий, просто работа. И несмотря на то, что не было вот этого самого духа Slipknot, на который они дрочили и нюхали мертвых ворон все это время, все равно альбом расходится пиздец. Ну, это же понятно, что это уже потом просто работа, да, и что продюсеры значат намного больше, чем нежели сами музыканты их идеи. И в этом вся и боль, что... Прикол-то в другом, что была тенденция даже к этому всему с другими группами. То есть был Linkin Park, например, который изначально тоже не особо... То есть вот прикол в нуметала в том, что оказывается, что реально трушных людей, которые по-настоящему изначально хотели писать нуметал или метал, изначально, да, потом случилось это все мафака, так называемое, да, там типа рэп-кор, и, в общем, называйте, блядь, как хотите. Разные люди очень по-разному пытаются сегментировать музыку.
Прикол в том, что большинство из тех, кто по-настоящему взлетел, никогда этого особо сильно не хотели делать. По Кори Тейлору и его Стансору, понятно, что он хотел делать Root, то же самое. Murder Dolls, Joey Jordison, то же самое. Блядь, что вообще хотел на гитаре катать, блядь? Забейте нахуй. Вот. И так уж получилось, да, то, что это просто перестало иметь для них такое значение. И это перестало иметь значение, мне кажется, для абсолютно большинства мегатсов, которые просто обожают Slipknot. И да, на них все еще ходит, и да, они все еще стараются делать все, что возможно для того, чтобы это было вот тем самым нереальным концертом. Но если вы сейчас откроете лайв, которым я говорил, из Лондона, с Айовой 2002, если не ошибаюсь, года, и вот современный лайв, и я, например, в них живую тоже был, типа лет 5-6 назад в Москве, это все нереально большая разница. Это люди, которые по отношению к этой музыке, да, они испытывают вот нереальный хайп, они умеют его выдавать, они молодцы, но внутренняя мертвенность новой музыки, которую они выпускали, они все еще любят то старое, да, типа это вот те самые фанаты там условно Сплина, да, там, или Земфиры, вот, они все еще чувствуют тот самый старый вайб, но в новых треках его просто нет. В случае со Слипами, к сожалению, да, им просто стало похуй, настолько похуй, насколько это возможно, и поэтому вот эти появились гэпы, да, между альбомами сумасшедшие, и с тенденцией, что вот мы разошлись, потом сошлись, и вот это все. И про киллпоповый, вот, ну, в смысле, про вот этот весь альбом вообще нет смысла разговаривать по поводу саунда. То есть нет никакого вообще причинно-следственного, типа, ни диссонанса, ни темы. Вот помимо того, что было похуй, да, типа, ну если похуй, то и как бы и что разговаривать-то? То есть и мне тоже поебать. Вот на полном серьезе, я услышал это, я никогда, ни одной секунды своей души не прилюбил, если вам интересно мое личное мнение, вот. Но я понимаю, что это никто не полюбил по-настоящему, ну так, вот, чтобы в это влюбиться не потому, что это Slipknot, я об этом. То есть если бы это был бы не Slipknot, всем было просто похуй, потому что таких групп и такого саунда к этому моменту было миллиард. Да. И это как раз дает нам еще и причинно-следственную связь на тему последнего альбома. Вот, погоди, давай здесь по порядку. Вот как раз очень хорошая мысль, я с ней согласен, по поводу того, что Soul Hope is Gone... Slipknot просто за счет своего имени, они в любом случае имеют базу, но по сути за счет звука и того вообще, что это за песня, оно скорее встраивается в концепт всего остального металла тогда. И это очень похоже, да, на остальную выходящую Slipknot тогда музыку. Либо опережали время довольно часто, либо наоборот были просто другими. А в этом новом альбоме они, во-первых, повторяли себя, но повторяли себя еще хуже, в разы. То есть в сравнении с третьим, по факту, то есть в чем идея, да, типа ты можешь смотреть на нескольких уровнях. Первый на уровне подачи, второй на уровне персонажей. Персонажи не меняются в Slipknot, к сожалению. Лирические герои там, типа, уже меняются, очевидно, потому что с психосошел и компанией там уже более такой весь, ну, стонсоровский персонаж там приходит, на самом деле, по факту, да, типа такой весь, такой сладострастненький, понимающий, что по жизни там, типа, с эмоциональным большим спектром, давай скажем так, вот. То есть, если там аутяга тотальная, которая хочет только, блядь, нахуй орать на людей вокруг себя, то тут уже, как бы, человек, который чувствует дерьмо, да, он, у него темные мысли, если он их может... Это скорее готы, блядь, нахуй. Блядь, ну, я шучу, конечно. Ну, в эмоциональном смысле, ты понял, да, о чем, да, я. То есть, типа, они больше, типа, он про то, что и у лирика у Кори сменилось сильно. Но ты можешь смотреть на это как... Это вот... еще дальше, вот в предсуицидальной, да, Кори. Да, это вот все туда же. И сверху ты можешь подумать, ну, в смысле, это один из контекстов. Последний контекст — это музыка. Ты думаешь, что там не дать интересного? Думаешь, ладно, рифы. Хуйня ебаная, скука смертная, повторение, да, типа, ничего нового, вообще ничего нового, к сожалению, то есть, типа, просто пустота, то есть, это по факту копипаста Subliminal, в смысле, Volume 3, который не работает по-настоящему жестко, чтобы ебало, да, Psychosocial как отдельный сингл, блядь, просто вообще топ, но все остальное, это просто скука смертная. Но там были еще хиты. Да, да, там, ну, Killpop, если я не ошибаюсь, в этом же альбоме, да? Не, Killpop, мне кажется, в следующем, да? Давай сейчас я открою, уточним. Вот, короче, я к тому, что, к сожалению, на всех уровнях
это не является чем-то, что было бы новым. То есть, если ты от первого, второго и третьего альбомов получал невероятную новизну, невероятное количество эмоций, которые ты не испытывал до, ты не думал, что Slipknot могут такое в третьем альбоме после второго, да? Ты не думал, что они перестроятся с А на Б и такие, типа, ебать, мы сейчас устроим тут некоторые даже на С там треки, если не ошибаюсь. Dead Memories — хит пиздец. Snuff — хит пиздец. Sulfur — хит пиздец. Я говорю, мне кажется, то, что вот там началось, вот знаешь, это такое ощущение, что если слипы были чем-то другим раньше, то сейчас они очень, вот Dead Memories очень похожи на хиты вот того времени среди металла. Именно. Он вот настолько, блядь, попкорновый. Он вот возможно. Типовой прям. Да, да, он прям вот сделан по-типовому. И самое прикольное, что они такие, типа, ну мы же Slipknot, мы же не можем типовое делать, поэтому там переходики сделаны чисто по-слипнотовски. Они попали сначала в свой собственный круг дерьма, то есть когда они по факту все, что делали они после Volume 3, они делали Volume 3. Просто это был Volume 4, то есть 3.1, 3.2, 3.3. И даже последний их трек 2021 года это то же самое. И ты такой, блядь, думаешь, вы, во-первых, создали себе стиль, которым вы не являетесь, да, то есть вы могли бы являться, например, первым и вторым альбомом, могли бы являться чем-то вообще полностью новым. И вот я как раз, это уже к последнему альбому уберем, потом поговорим. Но вы попали в свою петлю собственную. Очень много групп попытает собственную петлю. Но вы, блядь, Slipknot. Бывает, когда ты в лупе, да, и из лупа очень сложно выйти. Это знает любой человек, который, ну, если он музыкант, то он, соответственно, ты делаешь какой-то, например, охуенный совершенно дроп, да, там, типа, и думаешь, бля, как бы вот из него выйти, типа, как бы из этого вот четырех тактов, типа, потому что, ну, музыка пишется квадратами, вот, как из него выйти. В нашей реальной жизни интерпретация этого музыкального затупа, она относится к тому, что мы делаем. Мы постоянно повторяем все, что мы делаем, и нам комфортно от этого. Наш мозг любит, блядь, повторение. Да. Он любит очень репетативную жизнь. И настолько, блядь, сука, раздражает, настолько не хочется что-то менять, что просто пиздец. И вот эта вот, вот залупированность, по факту, да, то есть, с одной стороны, луп — это наше лучшее, что мы, ну, что мозг наш сделал, потому что почему музыка такая забавная, прикольная, интересная нам? Потому что она просто воспринимаема. Почему она просто воспринимаема? Потому что это лупы, что это все квадраты, потому что все повторение. Мы так созданы, это прикольно. Но с другой стороны, тот, кто это создает, и тот, кто должен это менять, блядь, идет в пизду, потому что его мозг не способен на то, чтобы действовать, да, потому что мы так сделаны. Мы, к сожалению, очень залупные люди, в буквальном смысле, да, то есть мы не мы залупные люди, а люди залупные сами по себе. И со слепнотами случился луп, только не в вопросе квадрата или не в вопросе действия, а в вопросе целых ебучих альбомов, всего саунда от начала до конца. Они просто поймали свой вайб на третьем альбоме, подумали, что это пиздато, подумали, что если они сделают его еще попсовее, то это будет еще лучше, и оказалось, что нихуя. Ну, для, опять же, таких, как я, но не таких, как те, кто их слушает сейчас до сих пор. All Hope Is Gone в моей школе под Psycho Social бились все сердца. Это мега-хит, притом хит слепнотовский, хит злющий и т.д. и т.п. Вещи типа... Чел, если бы ты сказал бы, что под Салуки бились, блядь, я бы сказал бы, что я понимаю. Но когда кто-то мне говорит, что под Psycho Social кто-то бился, и вообще это было популярно, я в ахуе. Psycho Social... Psycho Social был хитом пиздецовым. Да. Но дальше вот... Пятый альбом Slipknot — это момент настоящего их излома и именно скатывания в глазах общественности, потому что, во-первых, умирает Пол Грей, отваливается серьезный кусок группы и ритм секции, который их как раз и сделала таковыми. Там еще тоже и... постепенно уезжает Джой Джордисон, и уходит Джой Джордисон. Притом уходит он не самостоятельно, а именно это большая история позора, потому что объявляют, что уходит Джордисон. После этого он делает заявление, притом, то есть всем понятно, что его ограничивают в словах, но он, по сути, говорит, что я бы из Слепнота никогда не ушел. И чем дальше идет время, тем больше узнается подробностей. И оказывается, что группа, на которую он потратил 20 лет своей жизни, и он был одной из главных легенд этой группы, они его отшили по имейлу. То есть даже девушку, с которой ты несколько месяцев встречался, отшивать по имейлу, это, блядь, какой-то очень хуёвый. Хотя бы в Телеграме, да, пожалуйста. В натуре. Это кружок запиши, там, чтобы лицо твое было видно. Вот, но нихуя, его отшивают по имейлу, и это ужасная история. И
И, собственно, вот этот вот негатив, он накладывается еще и на саму музыку. Но вот важная штука. Если из Volume 3 у меня есть песни, которые мне нравятся, если из All Hope Is Gone их не очень много, из пятого альбома, блять, я его слушал до этого, я его переслушал вчера, мне не нравится ничего. Чел, чтобы ты понимал, почему? Вчера я очень сильно старался слушать нотов. В смысле, у меня был период под названием «Я послушаю вот треки оттуда-то, оттуда-то», а потом такой все равно врубаю себе третий альбом или второй, и такой типа «заебись». Вот. И сижу, качаю башкой, как будто мне, блядь, нахуй 10 лет. А, но с вот как раз-таки пятого, так называемого, да, я, блядь, врубил его на 2 секунды. Я просто... Ну, я его слушал до этого, в смысле, потому очевидно, когда он вышел. Да. И это такая помойка, блядь. Но я даже не могу объяснить, почему. Потому что мне настолько... просто блевотно в этом всем разбираться. Типа, если... Я бы сказал так. Если бы Джой или там Кори знал бы в 99-м году, когда они там блевали от своей несчастной вороны, там, условно говоря, когда выходили на сцену, если бы он знал бы, что они это запишут, нахуй, он бы вскрылся бы тогда еще. Я на полном серьезе. Ну, я думаю так. Типа, ну, не вскрылся бы, да, условно говоря, там, какую угодно аллегорию можно придумать. Да, да. Он бы пожелал бы, чтобы в очередной перелет между, блядь, Айдахо, нахуй, и Айовой, он бы просто улетел куда-нибудь в не тот мир, блядь. Это пиздец. Это типа, это то, что не должно случаться с людьми. И опять же, ну, то есть, дело-то не в саунде, блядь, даже, в том, что он кастрированный, нахуй. Дело в том, что там идей нету. Это мертвая музыка, это мертвая музыка без идей. И у меня вопрос только один. Вас вот 9, блядь, человек. Алло. Никто из вас реально настолько, типа, не хочет ни черта делать, что... Бывают ситуации, где у всех, ну, бывает кризис, да, типа, это нормально. Мы все люди, мы все... Я уже говорю про мозг, да, не хочется меняться, не хочется ни черта делать. Это нормально, блядь. Я такой же долбоеб. Мне вот в кайф сидеть, пивас пить, блядь, и про Слипнотов разговаривать. Я сам нихуя, блядь, не выпустил, да, такого значимого, как Слипнот. Однако сижу тут, что-то пизжу. Скажете вы, дорогой читатель, который, блядь, еще и... В смысле, зритель, который еще и там напишет, что он тоже нихуя, блядь, скорее всего, не сделал, и тоже, блядь, будет пиздеть. Нахуй. Знаете почему? Потому что слушатель — это самое главное. И знаешь что? Восприятие, блядь, искусства, оно в том, что ты же делаешь что-то новое, и ты это выпускаешь не просто от балды. Но, к сожалению, блядь, им настолько было либо похуй, либо они настолько кастрированы были в этот момент, что они даже вообще ничего не пытались придумать. Они не пытались что-то сделать новое. И когда я говорю про фишечки звукорежиссирования там третьего альбома, или про идею записи с первым альбомом, или про то, как, типа, у тебя есть наработки, которые ты потом... Кстати, если что, старые демо-треки, которые они потом перезаписали, некоторые из них довольно часто были медленнее, примерно процент на 30. То есть они потом поняли, что идея это в чем, что надо хайпить, двигать, а не в том, что записывать вот это тяжелое и медленное, правильно, блядь, чтобы как Slayer звучание, ну, или как там то, чего они кайфовали в этот момент. Они двигались, они даже двигались внутри собственных демок, то есть они не перезаписывали то же самое. А здесь они перезаписывают, блядь, альбом, нахуй, по факту, который ужасно похож на все, что они делали, только еще хуже, потому что в нем нет ничего нового, никаких идей. И он еще и звучит, как какая-то, блядь, непонятная помойка. Я не знаю, честно говоря, почему. Чтобы вы понимали, я могу, блядь, не полтора часа, так сказать, подкаста, а на все 5 за первые 3 альбома разговаривать. А за этот альбом я нихуя не могу нормального сказать, потому что это просто неслушабельно. И оно настолько неслушабельно, что ты просто думаешь, а как вот такое случается с людьми, когда у тебя мультиинструменталисты, как в Linkin Park, например, такая же история, вот то же самое. У тебя миллиард людей, которые невероятно секут в звуке, нереально секут в теме, они слушают все, они не только мультиинструменталисты, но они еще и постоянно слушают все жанры. Они невероятные полиглоты в вопросе музыки. Как, блядь, нахуй у тебя такая потенция, еще импотенция существует? И да, мы все выгораем, но один-то долбоеб может быть, который просто такой, типа, пацаны, это вообще не то, что мы должны делать. Вообще не то. И вот появился чел, который сказал, что они вообще не то делают в последнем альбоме. Появился. Почему он появился? Ну, в смысле, наверное, да? Почему? Потому что они изменили, очевидно, свой, так сказать, подход к тому, что они записывают. Вот. Это, наверное, получается, что этот пятый альбом — это терапия, блядь. Это ошибка, вот, которую они должны были пройти, наверное. Вот. Для того, чтобы сделать что-то лучше? Нет, возможно, в моем случае, да? В твоем случае, возможно, нет. Но важно-то не это. Важно то, что это просто импотенция, и это Stone Sour.
если что. Это просто очередная пластинка с танцоров. Чтобы ты понимал, самое страшное — это другое, что этот еще альбом появился в тот момент, когда уже, блядь, нахуй был уже там второй или третий альбом Bring Me The Horizon. Ты такой думаешь, вообще, вот типа, вот бринги, да, и вот вы что происходит-то, блядь? Ну, типа, условно, если мы говорим по верхам, да, я не говорю про то, что происходит в других тусовках, то, что происходит в самом металле. Это настолько... Они просто не въезжают уже во время. Если раньше первые три альбома они въезжали либо с ноги и были новыми, или были другими, то сейчас они въезжают сами в себя, в тайминге, когда всем уже похуй на такую музыку вообще максимально. И это уже просто философия Тайлера. Тут просто, вот реально, мне кажется, я, честно говоря, думал, что ты мне сейчас здесь расскажешь, что, блядь, там гитара ходит просто... А там не к чему придираться. Там не к чему придираться, там ничего нет. Там тем все нормально, там все просто ок. В этом вся и проблема. Даже, понимаешь, просто я люблю, когда какая-нибудь старая группа берет и себя удачно повторяет, получше записав. То есть, понимаешь, там условно, спустя 30 лет, условные 30 лет, Judas Priest выпустили альбом, и это деды, которые просто абсолютно свой тот же старый звук записали по-новому. Я его несколько месяцев гонял чисто вот на каком-то ностальгическом вайбе, потому что они вот именно просто себя удачно повторили. В случае с Grey Chapter, блять, вот мне не хочется это гонять, потому что они себя неудачно повторили. Видимо, это вопрос все-таки психологического опустошения. Да, они просто внутри мертвы вообще максимально. И это очень обидно, потому что, опять же, да, типа, не может быть, ну, может быть, 1, 2, 3 человека быть мертвы, но не все же, нахуй, это же просто пиздец. Мы последние вот минут 15 обсасываем в траурно-заунывном стиле смерть Slipknot, и если в случае с Grey Chapter я с тобой согласен абсолютно, и мне тоже не нравится ничего, это звучит как музыкальная смерть, то We Are Not Your Kind мне нравится. Вот реально, там есть много песен, которые отличные, и которые при этом совершенно не являются вот этим каким-то, блядь, конъюнктурным свистом, как Devil and I. Я терпеть не могу, блядь, песню Devil and I. Это, мне кажется, какая-то вот именно конъюнктурщина в духе Skillet. Это вот самая унылая херня. То есть, понятно, что это хит, но это, знаешь, такой хит, вот, блядь, я не могу слушать AC/DC, в принципе, не могу, у меня, блядь, передоз, я настолько много этого слышал, что мне нужна передышка лет на 20, перед тем, как снова это услышать. Вот Devil and I, это вот то же самое, в новом альбоме, самом последнем, We Are Not Your Kind, такого нет. Вот, ты можешь рассказать мне, почему, и при этом, естественно, выдав такой этот, солидную порцию своего снобизма, почему это новое говнище? Я вчера серьезно сел, типа, я первый раз его услышал в Шанхае, сидел, короче, на International, и был в автобусе, думаю, идеальные тайминги для того, чтобы, знаешь, там, смотреть в окно и слушать, вот, дупляясь. Они сделали тизер, короче, когда еще до этого всего, с их клипом, который явно байтил на то, что они возвращаются к Мэггатам. Они возвращаются к идее Мэггатства, они возвращаются по факту к идее третьего альбома с точки зрения именно вот текстов, да, то есть и там образы визуальные, вот эта вся движуха, что вот мы вернулись, пацаны, мы снова с вами, блядь, вот родную, блядь, нашу семью, нахуй, уф, блядь. И в лучшем консерватизм, что называется. Да, и мы вот вернемся. И, блядь, я тогда послушал, короче, чтобы ты понимал, одна из главных проблем была в том, что меня ничего не зацепило вообще, в принципе. То есть я настолько не помню, что там, блядь, происходило, что мне пришлось вчера переслушивать full альбом, и я сижу и думаю, какого хуя мне тогда не понравилось, и не потому, что мне сейчас понравилось. Блядь. А потому что я думаю, а за что мне цепляться? И я написал своему дружбану, с которым вот мы как раз группу мутили и так далее, которая Slipknot просто дико фанатела. Сказал мне просто только одно, что, типа, тогда, когда они делали Volume 3, это было новое, то, что вот сейчас они сделали. Всю эту хуйню последнюю, это то же самое, что Volume 3, и я такой, типа, сижу, анализирую полностью все хуки, все, типа, подходы, и это, правда, Volume 3. Это вот прям, он почему нравится-то, блядь? Он почему реально прикольный? Потому что это Volume 3. То есть они из этого саунда поэкспериментировали с двумя альбомами. Первый после этого получился плюс-минус окей, второй после этого получилось полное говно попса, смерти и так далее, как ты это называешь.
Я бы сказал то, что Slipknot никогда не умирали, потому что Slipknot не живут, а живут в сердцах у мегатов, да, и у людей, философски говоря. Как ты решил обелиться к концу? Это тупость, но вся суть-то в том, что, типа, реально, для меня они никогда не умирали. И они для меня они не выпускали альбомов больше после третьего волюма. Вот. И последний альбом я специально для себя, блядь, нахуй, сел, короче, еще и проанализировал текста, там, плюс-минус, ну, довольно просто описывается в собственном тексте, трек называется Red Flag. Отличный трек, вот. Слово. Nobody will ever have you, used to be something special, now you're nothing new. Вот. Идеально, блядь. Спасибо Кори, что написал эти замечательные строчки, потому что когда-то Slipknot был something special, и они делали тренд, они делали что-то невероятно странное, что никто не мог, блядь, повторить. Все нереально пытались. Я пытался, блядь. Многие русские пытались, кто вместе со мной из тусовки был. Чуваки, которые пели «Егор блевал, а дворник ел», пытались. Но, блядь, никто не мог, никто не понимал, какой секрет, каков, блядь, рецепт, что, блядь, нахуй происходит. Это вот классическая тема под названием, типа, а как сделать тот самый музон? Это вот открой в Ютубе, что называется, да? Типа, туториал, блядь, как быть вот как этот долбоеб. И весь вопрос в соке, это вот англоязычная хуйня под названием джус, да? Типа, есть джус, он из тебя истекает. Соус. Ты, да, или соус специальный, блядь, это KFC, нахуй, стиль. Это был KFC, мать твою, всю свою жизнь они были KFC, но потом случилось так, что они этот KFC начали приправлять к чему угодно, и последний альбом — это тот самый KFC. Но в 2018 году всем уже похуй, потому что это не работает, потому что всем поебать. Оно правда прикольно звучит, оно правда хорошо, там рифы один в один, переходы все один в один, вот я тебе говорю полностью. Там даже идеи из последних двух альбомов буквально позаимствованы примерно 2-3 момента с парой-тройкой припевов с чистым вокалом, прикольнейшим совершенно, кстати, причем хорошо переделанным. Но в самом это ровно то же самое. И текста ровно то же самое. И так далее. То есть, типа, там даже есть заигрывание со старыми альбомами. Там есть моменты, где он орет «Sick», «I'm sick». И там есть вот эта пауза, и как будто бы это из старого альбома, типа, сделано с первого трека «Sick-а». Но прикол-то в том, что оно еще и есть в третьем, блядь, альбоме, потому что там тоже в одном из треков есть «I'm sick». Вот. И там то же самое. То есть получается то, что по факту у тебя тема «I'm sick» и вот этой всей хуйни с даже тембром и даже тем, как оно обработано, тем, как оно сделано, оно перекликается с первым альбомом, с третьим альбомом и последним альбомом. И по факту это камбэк. Полностью весь этот вот формат, мы камбэкнули в тему, мы камбэкнули в идею, мы камбэкнули в саунд. Ну а что ты, блядь, нового-то сделал? Нахуй? Как это вообще? И они даже имплементируют туда старые темы с первых двух альбомов. Там есть рифы с первых двух альбомов. Ну, в смысле, идеологически да. Похожие. Да. И это добавляет тяжести. И думаешь, бля, ну это же старые Slipknot. Это же то, что нужно. Так. То, что нужно людям. Так. Да? Да. Ну похуй. Да, блядь! В этом вся суть. Но это возможно, опять же, я возможно, игнорен факт, потому что, возможно, я просто перестал чувствовать вайб от этого всего. Но я, честно, сделал эксперимент простейший вчера. Вот серьезно, я взял пивасик, значит, сел на улице, да, взял свои AirPods, и вы скажете мне, ну ты долбоеб, где твои вот каркашки говорю. Нормальные, дефолтные, да, хотя бы каркашки. Не, ну у меня дома, ну не здесь, а здесь. Я послушал, типа, 5 треков с нового альбома. Я врубил Френил с третьего. И такой, блядь! Просто, сука, как же ебёт, блядь, это же просто. И не потому, что я ностальгирующий долбоёб. Именно поэтому. Нет, потому что Френил никогда не был. Я взял Френил специально, что это не Before of a Get, Duality, Nameless, блядь, Vermilion, Circles, fuck you, motherfucker. Это, блядь, нахуй настоящий флоу. Это трек, который не является попсовым. Он не является, типа, известным там и никогда не выделялся как сингл. Не было у него никакого, блядь, клипа и так далее. Он просто добит, и он добит ровно так же, как и последние треки, но он добит лучше, потому что в нем есть тот самый момент, когда они не передерживают саунд. Они порой, типа, в своей имплементарности с нового к старому, они даже вот эти риффы меняют, и оно уже не так звучит. Там простота, а здесь сложнота, которая не нужна. И, блядь, ты не чувствуешь вот этого вайба. И это сложно передать. И это проблематика нашего разговора про последний альбом. Потому что хуй
хуй, блядь, передашь, почему она не ебет? И те чуваки, которые хороших ебет, напишите, пожалуйста, в комментариях, почему ебет, потому что я не вдупляю, вала. Вот сейчас я начинаю писать комментарий, почему ебет. Давай, давай, валивай, я хочу. Мне даже не очень интересно. Короче, в принципе, оказаться новатором в чем угодно, ебать как сложно. Недавно слышал мысль про то, что нет никакой фантазии, есть просто набор референсов. И по сути, вот мы сегодня также раскрыли, что Slipknot это был во многом набор референсов. Это было костюмированное шоу, это была ебанутость, которая присутствовала в метале всегда до этого, но только здесь дошла до каких-то абсурдных стадий. Это были музыкальные приемы, которые дошли до абсурдных стадий, и оказаться на вершине времени и на вершине эволюции жанра, эволюции стиля, даже на короткий момент, это охеренно сложно. И безумно ждать от любого исполнителя, что он сделает это несколько раз. И в случае со Slipknot'ом, и в случае вообще, мы же живем вот в этом самом пространстве, да, там, постмодерна, метамодерна, когда у нас существует все всегда, я вполне себе буду доволен, если услышу тот же самый музон. Понимаешь, у меня периодически там в плейлисте может оказаться какой-нибудь джаз или психоделик рок или стоунер, жанр образца там тысячелетней давности, который именно был придуман условно 20-30 лет назад, но сейчас есть дрочеры на это, которые берут и пишут то же самое, но с современными обработками, с современными фишечками, со всякими современными штуками. Да, да, но они меняют саунд, а Slipknot не меняют. Нет, ничего нового нет вообще. Они, в том-то и дело, в случае со стоунером, который выходит сейчас, там нет ничего нового. Это не какой-то нео-стоунер. Это просто, ну то есть там есть какие-то дополнения, но это не меняет жанра кардинально. И, понимаешь, я не представляю и не ожидаю от Slipknot'а, что это будет какой-то новый Slipknot, что Slipknot оживят нынешний металл, дадут ему нынешнюю главу. Я ожидаю, что это будет просто новый Slipknot, и как новый Slipknot это охуенный альбом. Хорошо, смотри, для очень многих, это вопрос покровенчества для тебя, к сожалению, для тебя, человек, который вырос типа на четвертом, условно говоря, альбоме, да, типа, и так далее, для тебя Slipknot это третий, четвертый. Для меня Slipknot это первый, второй, третий. И от тех вещей, которые были по-настоящему невероятно хороши в первом и втором, они потеряли все. И они стали конденсированными, типа, очень-очень-очень-очень сжатыми в третьем альбоме, в своем саунде и так далее. Они продолжили это делать, и последний альбом — это повторение третьего, который тоже уже был... Типа, он тогда был новым, но сейчас это уже не новое. И они не добавили оттуда с первого и второго по-настоящему всего, чем они являлись. То есть это не Slipknot. Это вот обрезок, нахуй, от Volume 3. И это даже не повторение. Я к тому, что, типа, это не... Ну, вот, ну, если воспринимать так музыку, да, типа, как вот ты говоришь о том, что, типа, похуй, что что-то новое, в смысле, похуй на новое, да, типа вот мне прикольно, что что-то старое делается, зато новыми людьми. Да, заебись. Но это не Slipknot, нахуй, дерьмо. Ну, в смысле, это тот кусок Slipknot'ов, который они воспроизводят уже на протяжении всего этого времени и не добавляют в них даже старых себя. Это уже проблема. А я уже не говорю о том, что, честно говоря, давайте скажем так, если мы говорим о новичках, которые пытаются сделать, например, стоунер, там, да, например, или какой-нибудь хип-хапчик и так далее, они новенькие, они пытаются делать то, что уже было, потому что оно будет работать для людей, да, и будут слушать там и так далее, и они просто хотят, ну, типа, они учатся. И они сами это любят. Slipknot не учатся нихуя. Slipknot имеет такую базу, имеет такое имя, чтобы двигать дальше рамки чего угодно, похуй, ну, типа, поебать на металл. Металл уже давным-давно, уже ушел от них, да, типа, уже давным-давно появился, типа, дедкор, который уже успел умереть, металкор, который уже успел умереть, потом возродиться, блядь, с дедкором то же самое, ПХК, блядь, нахуй случился. Случилось миллиард вещей, которые вообще, типа, вот, ну, существуют постоянно, и внутри них как раз-таки наши мейнеры сейчас, да, существуют. Они, там, архитекторы, вернувшиеся, блядь, из запоя, творящие какую-то лютую дичь и так далее. Но каждый из этих чуваков, который имеет нейм, они понимают, что они неймы, они могут делать все, что хотят, им по кайфу. А здесь нет ощущения, что им в кайф первое, а второе, они не делают это... на основании своего имени, они делают это в повторение. Ты на основании имени Slipknot можешь делать все, что, блядь, тебе хочется. Еще просто, может быть, тупо в кайф джентуху записать. Или там, не знаю, блядь, джанк ебаный, я серьезно повторить нахуй. Вот послушал ты, блядь, джина, я думаешь, блядь, пиздатая тема. Ебану-ка я какую-нибудь, типа, перелоше, мадафака. Вот, и поебать. Я имею в виду, в смысле, я серьезно, их все равно чуваки схавают. И, возможно, даже новых приобретем.
Блять, нахуя ты, сука, делаешь одно и то же? Это, блядь, долбил. Это серьезно, это ощущение от Майнкрафта. Типа, у меня ровно такое же просто. Ты ебешь ебаный камень, а потом из ебаного камня строишь ебаный дом. Все то же самое, блядь. Это такая же залупенская залупа. Я обожаю Майн. Я о том, что... Ну, слушайте, товарищи металлхеды, по сути, металлхеды, как говорит мой замечательный гость, мы, по сути, вас к концу видоса оставляем с развилкой двух мнений. Вы можете написать в комментах, какое ближе вам. В одном случае группа мертва, если не выдает ничего нового и нехуй там слушать, если ничего там нового не рождается. Можно послушать, просто не понимаю, зачем это слушать еще раз. Да, и это имеет право на жизнь, и я признаю это право, в этом есть справедливость. И другая точка зрения, в которой, если приколдес, и ты любил это до этого, то чего бы не послушать то же самое, только новое. С этой невероятной, блять, развилкой у вас в голове, мы вас и оставляем, а на этом все, спасибо, что посмотрели, раз вам нравится металл, то вам, наверное, очень нравится дота, поэтому обязательно смотрите Crystal Maya. Ну, и эта статистика меня не удивляет. ЛГБТ комьюнити тем более, да? Но это мы уважаем, это мы уважаем. А на этом все. Спасибо, что ты смотрел. Ты знаешь, где кнопка подписки. So break yourself against the stones. Spit your pity in my soul. You never needed any help. You sold me out to save yourself.